Треугольники. Треугольники, когда они находятся в сетке, когда у вас треугольные полигоны, для сглаживания это не очень хорошо. Но бывает ситуация, когда вам нужно смоделить треугольную форму. Соответственно, что делать? Ответ очень простой. Вам нужен треугольник, состоящий из четырехугольников. И выглядит это вот таким вот образом. Если сделать такую сетку, то... можно удержать теперь все стороны, и он будет отлично сглаживаться. Плюс именно в таком решении то, что если вставлять сюда резы, они достаточно адекватно через этот треугольник проходят и выходят с противоположной стороны, с которой вы, скорее всего, ожидаете. Вот. Как сделать это вручную? Я обычно делаю это вот таким вот способом. Я делаю subdivide, который мне автоматически соединяет вещи. В мае это будет выбрать вот эти ребра и нажать connect components. Получится то же самое, он посередине соединит. Теперь вот этим еще раз subdivide. А теперь тем, что получилось в центре, collapse. Ну или merge to center, неважно. Идея вот такая. Вот получается как раз необходимая форма. Небольшой пример. Я хочу сделать вот такую вот форму, чтобы она сглаживалась. Вот у меня тут два треугольника по бокам. Соответственно, чтобы они работали, мне надо. Ну, можно вставить резы, но это в меньшей степени удобно, потому что когда вы добавили уже один рез, это в принципе частично решает ситуацию с треугольником. Иногда можно просто вот добавить один рез сбоку, все это формально четырехугольник, но это просто не так аккуратно. Поэтому можно сделать вот так и поудалять лишнее, но тут начинается, короче, безобразие. Поэтому я предпочитаю как раз использовать либо subdivide, либо connect, в зависимости от софта. Subdivide. Так, вот это мне не нужно. Вот у меня получился треугольник, у которого каждая сторона разрезана пополам. Там есть по точке. Можно это дело соединить. Subdivide. Коллапс. Вот и теперь, если я начну вставлять здесь резы, они будут вести себя вполне адекватно. Ну, либо использовать bevel. И теперь, если мне где-то там в дальнейшем надо будет добавлять лупы, они прекрасно себе через эту геометрию режут. В ситуации, когда треугольник не со всех сторон имеет угол, то есть вот тут есть углы, а вот здесь у меня просто плоскость, можно поступить намного проще. Можно добавить сюда луп. И просто подвинуть вот эти точки. Но это даже не треугольник формально, это просто угол. Но вот такое решение, оно вполне себе работает. А вот это вот я делаю только для того, чтобы здесь не было прямой линии, и было очевидно, что это четырехугольник. А дальше достаточно вставить маски. И все. При
прекрасно держится. На этом, я думаю, тему треугольников можно считать закрытой. А если вы хотите стать 3D-художником, то приходите на мой курс 3D-Artist на VFX Lab. Там мы помимо моделирования будем заниматься текстурированием, шейдингом, рендером. И ссылка на курс в описании.